Давайте сегодня приготовим очень вкусный и быстрый ужин буквально за 10 минут. Грибы нарежем пластинками. Отправляем на разогретую сковородку без капли масла. Обжариваем грибы, помешивая, пока жидкость не выпарится. Индейку нарезаем соломкой. Желательно вот так по сантиметру, так она быстрее обжарится. К обжаренным грибам добавляю 1 столовую ложку масла. И сюда же отправляем кусочки индейки. Жарим практически до полной готовности индейки. Такие маленькие кусочки жарятся минут 10. Пока обжаривается мясо, отправляем варить пасту. Согласно инструкции на упаковке. В кипящую воду закладываем. И у меня паста варится 3 минуты. Мясо практически готово. Паста готова. Ее обязательно нужно слить и добавить масло, будь то сливочное, либо растительное. Я поливаю немного растительным маслом. Все хорошо перемешиваю, и паста готова. Индейка практически полностью готова, и я ее буду заправлять готовым соусом терияки. В нем уже содержатся все приправы и специи, поэтому просто вот так выливаю. Дополнительно солить и добавлять какие-то специи я не буду. Все хорошо перемешиваем и прогреваем мясо буквально еще минут 5. И все будет готово. На тарелку выкладываем готовую пасту. Даем соусу немного выпариться и карамелизировать нашу индейку с грибами. Добавляем в пасту кусочки готовой индейки и грибов. По вкусу все можно присыпать сыром. И зеленым луком. Готовьте со мной такой вкусный, быстрый ужин. Это займет минут 10-15, не больше. Кому понравится рецепт, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте и подписывайтесь на 2-й канал. Поделитесь со мной в комментариях, что бы вы приготовили себе на ужин, что вы готовите. Как это вкусно получается у вас. Может быть, что-то по вашим рецептам приготовлю и я. Подписывайтесь на 2-й канал. И делитесь моими рецептами со своими друзьями и знакомыми. Я думаю, им тоже понравятся такие простые вкусные рецепты. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!